on the road with the Night Wolves, Russia's largest motorcycle club. Russian President Vladimir Putin, whose macho pursuits are well documented, is a big fan. Я думаю, он увидел в нас как раз нечто новое, нечто русское, самостоятельное и достаточно сильное. Putin has struck up a personal friendship with the leader of the Night Wolves, this man, known as the Surgeon. Last year, Putin awarded him an Order of Honor for his work in, quote, the patriotic education of Russia's youth. Горжусь его дружбой, и он, значит, во мне пусть видит своего над плечо, потому что то, что он сделал с Крымом, это и такое умное вмешательство, да, оно позволило избежать очень большой, большой крови. Вот если бы не его вмешательство, там были бы греки крови. The Night Wolves are fiercely nationalistic. They recently demonstrated high-profile support for Putin, with mass rides through eastern Ukraine and the Crimea. У меня было страстное желание каким-то образом защитить русский Севастополь. Да, в них показана русская сила, что нет двух народов, да, нет Украины и России как разных стран. Это один единый народ, русский народ. The Night Wolves were formed in 1989, at the end of the Cold War, and now have about 5,000 members. Ну, ночные волки – это сегодня феномен. Почему? Потому что это иное мировоззрение. Ночные волки – это явление новое и цивилизационное. Потому что это люди, которые поняли, что фестивалить, бухать, гоняться за тёлками – это не есть смысл жизни. But the Night Wolves are not without controversy. One of their members was killed during a shootout with a rival club in 2012. Still, they bristle at comparisons to other biker clubs. В результате конфликта от ранений удалось сформировать, да, нам за 25-летнюю практически историю, наверное, прецедент в мотоциклетных клубах. Мы объединили людей, которые противопоставляют традиционному стереотипу байкера. Мы тут сопричастны к своей истории. Мы хотим быть русскими мотоциклистами. Да, нам нравился образ свободы, он нам сейчас нравится. Вот это какой-то ветер, который треплет в лицо. Но содержание другое. Любим родину, понимаете? Мы готовы за нее сражаться.